Всем известно, что художественная гимнастика – очень красивый, изящный и зрелищный вид спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Дальнем Воронке прошло открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Щелково. Участие в соревнованиях приняли юные спортсменки из разных городов Подмосковья. Балашихи, Реутова, Звездного городка, а также из Москвы. Показать свои таланты приехали девочки самого разного возраста, начиная с совсем маленьких. Они не первый раз к нам приезжают на наши соревнования. Мы всегда очень рады видеть. Новые лица также к нам приехали, которые раньше к нам не приезжали. Выступают девочки от самых маленьких. Они соревновались по программе общей физической подготовки. Девчонки были 2018 года рождения, совсем малышки. То, что там так красиво девочки занимаются, ноги так красиво тянутся. С лентами красиво так занимаются. Мне нравится, что там девочки очень большие, они всегда такие плавные, красивые, они очень хорошо танцуют. Кольцо красивое, там пассе и все остальные такие элементы. Каждое выступление на первенстве в команде или индивидуально, с предметами или без, отличалось яркостью, харизматичностью исполнения и легкостью подачи. Все участницы старательно готовились к соревнованиям и постарались в своем номере по максимуму показать, на что способны. Ну а лучших спортсменок, продемонстрировавших самые высокие результаты, наградили медалями и призами. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.